В Жамбылской области отопительный сезон завершается. При температуре наружного воздуха выше плюс 8 градусов за последние 5 суток. В этом году он составил 180 суток и закончился с 4 по 6 апреля. Однако продолжается подача тепла на основании запросов на такие социально значимые объекты, как здравоохранение, дошкольное образование. Об этом на пресс-площадке региональной службы коммуникации рассказал заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Руслан Муздыбеков. В сезон выработано свыше 1 миллиона гигакалорий тепловой энергии и потреблено 122 миллиона 354 кубометров газа. Аварийных ситуаций и технологических нарушений на теплоисточниках и сетях инженерной инфраструктуры не зафиксировано. Все 9 теплоэнергетических комплексов и 444 автономных котельных области работали в штатном режиме. Теплоснабжением обеспечены 1664 социально значимых объектов и 1622 многоэтажных жилых дома. Автономные котельные бюджетных учреждений полностью обеспечены более 67 тысячами тоннами, а население 188 тысячами тоннами угля. На 2022 год заключены контракты с акционерным обществом «Кастрансгаз Аймак» на поставку 1335 миллионов кубического метра газа. Для обеспечения центральных котельных трех моногородов необходимым топливом из бюджета это выделено 1950 миллионов тенге. Руслан Муздыбеков отметил, что хотя отопительный сезон и завершен, но горячая вода в Таразе подается бесперебойно. Всего в городе горячим водоснабжением обеспечены 915 многоэтажных жилых домов. Однако в период проведения подготовительных работ к отопительному сезону подача горячей воды в летние месяцы будет временно прекращена на 15-20 дней. Участвовавший в брифинге вице-президент акционерного общества «Тарас Энергоцентр» Мамат Шакиров и руководитель производственно-технического отдела ГКП «Тарастрансэнерго» Рауан Байдалиев ответили на вопросы журналистов. Кулиш Умурзакова, Ернар Сатыбалды, 77 Ньюс.